Меня зовут Даша, Момот. Эстер. Лиза. Кира. Аня. Марсель. Арина. Маруся. Таня. Белла. Катя. Софья. Вероника. Амира. Я очень люблю танцевать. Танцевать. Играть. Сейчас надо подумать. Отдохнуть. Бабочек. Динозавров. Петь. Я любил как мог, только так умеют дети. Я люблю хип-хоп. Контемпри. И классика. Сочинять собственные песни. Мамины котлеты. Лошадок. Пельмешки. Она немножко с юмором. Я припев спою. Когда я выступала, яичница упала. Пока я танцевала, я ее поймала. Она очень с юмором. Танцевать. Танцевать. Ну, я люблю танцевать. Смотреть танцы на ТНТ. Я обожаю авокадо. А авокадо? Авокадо – это гадость. Жир, 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 рыбий жир. Все мы очень любим рыбий жир. Наверное, бабушкины пирожки. Мне мама помогала ее сочинять еще. Мармелад. Обожаю. Мамин суп. Я очень люблю маму радовать. Я не хочу. Я не хочу, чтобы я пошел в армию. Но я в армию не пойду, я все сдам. Конечно, молодцом буду, уверен. Честно, я не хочу никак не быть связанным с ВОГом, потому что я совершенно не люблю это направление. Делайте домашнее задание. Я не хочу терять своих друзей. Не хочу, чтобы у людей что-то не получалось. Я бы не хотела, чтобы была война, ведь это всегда жертва. Пускай это никогда не будет случаться. О, это хороший вопрос. Чтобы возвратиться назад и вложиться в биткоины. Летать. Кошку. Хомячка. Чтобы человек был веселый, но не зануд. Хотя, если он с добрым сердцем, то зануда подойдет. Я сегодня у вас прям комик, я смотрю. Собачку настоящую. Ёжика. Танцевать круто. Нарисовать свое первое аниме. Побольше проводить времени с семьей. Что бы я хотела? Я не очень хочу, чтобы мама и папа так много работали. Хочу больше видеться с папой. Чтобы у меня была сестричка. Быть хорошей. Ну, чтобы у меня появился папа. Вот, да. Мама и папа и братья и... Мой дом. Моя сестра. Мама, папа, бабушка, дедушка. Семья. Это мой родной папа. Самое дорогое для меня семья и друзья. Здоровье. Семья, творчество, друзья. Даже мой коллектив — это уже мне как семья вторая. Мама, папа. Мы, мама и папа. Вообще, вот если это мама, самая ценная. Мам. Это самое дорогое, что у меня есть.